Зачарованные артишоки. Их надо обсушить. Заготавливая много еды, мы стремимся облегчить себе жизнь. С артишоками много возни. Кого-то это отпугивает. Но я благодарна человеку, который додумался первый раз приготовить артишоки. Теперь добавляем нарезанную петрушку и свежемолотый черный перец. Нужно попробовать. Получилось очень нежно и очень вкусно. А сейчас я приступаю к самому страшному испытанию. Открываю банку с тестом.